Из Каменогорска изъяли крупную партию нелегального спирта, сразу 11 тысяч литров. Алкоголь пытались реализовать трое местных жителей, их задержали. Задержанные одному 24, двоим по 29 лет, арендовали целый склад. Там они разливали спирт в пластиковую тару с помощью двух электронасосов. Товар привозили на грузовике, его отправили на штрафстоянку. В момент спецоперации он был загружен под завязку. Сразу 7 огромных емкостей, каждая по 1000 литров. По оперативной информации, спирт собирались продавать как в самом Каменогорске, так и в соседних регионах. Но вот успели ли наладить поставки, теперь выясняют следователи. Как и то, откуда в таких объемах доставляли спирт и насколько он безопасен. Организаторам подпольного цеха грозит до 2 лет тюрьмы, пока только за незаконное предпринимательство. Изъято 11 тысяч литров спирта. По данному факту назначена соответствующая экспертиза. Были задержаны трое фигурантов, организовавших незаконное производство и оборот спирта, содержащей продукции.